Считаю, что любое насилие в политике неприемлемо. Вне зависимости, это политика власти в отношении оппозиции, или это насилие оппозиции в отношении власти, или это насилие религиозных групп в отношении сексуальных меньшинств, или это насилие сексуальных меньшинств в отношении гетеросексуального большинства. Никакое насилие, никакое навязывание взглядов является абсолютно неприемлемым. Это отход от нормальных демократических принципов. То, что это происходит, это крайне прискорбно. Но я очень надеюсь, что если это люди, которые прикрываются православными взглядами, то православная общественность и Русская православная церковь даст этому четкую, жесткую и твердую оценку, что такие люди не могут себя называть православными. Они не должны представляться от церкви.